пока другие задачи. Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине. Сейчас необходимости в массированных ударах по Украине нет. Стоят другие задачи. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил президент России Владимир Путин. По его словам, необходимости массированных атак нет, поскольку Минобороны не поразило только 7 объектов из планируемых 29. Но они добирают постепенно. Нет необходимости массированных ударов. Во всяком случае сейчас, пока, а там видно будет. Сейчас другие задачи стоят. Вот отметил Путин. Напомним, что первые массированные удары по территории Украины Россия нанесла 10 октября. И до сих пор ВСРФ продолжают поражать объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, которые и являются целью ракет. Уже 5 дней на Украине звучат сирены воздушной тревоги.